Добрый день, уважаемые трейдеры! Мы рады приветствовать вас на информационном канале InstaForex TV. Вы смотрите экономические новости в студии Тахмина Соломова. Цена за один биткоин сегодня продолжает составлять более 8 тысяч долларов после достижения исторического максимума. Многие эксперты прогнозируют сохранение роста курса криптовалют. Стоит отметить, что с начала текущего года биткоин подорожал более чем на 700%. Сегодня криптовалюта находится вблизи уровня 8 179 долларов. Волатильность на рынке указывает на неспособность участников рынка определиться с выбором сделки, предпочитая покупку биткоина или других криптовалют. Некоторых инвесторов все же смущает, что криптовалюта является лишь средством спекуляции. Более того, генеральный директор JP Morgan Chase Джеймс Даймон недавно заявил, что биткоин – это мошенничество и на рынке явный пузырь. Вторая по величине криптовалюта эфир также старается вернуться к максимуму понедельника, торгуясь на отметке 363 доллара 53 цента. Эксперты все же предполагают скорую коррекцию цен на криптовалюты, поскольку участников рынка насторожила недавняя новость. Так, согласно официальным данным, из криптокошелька Tether Treasury были похищены токены хакерами на сумму около 31 миллиона долларов. Стоит отметить, что данная новость оказала лишь краткосрочное влияние. Эксперты продолжают предостерегать трейдеров от приобретения рискованного во всех смыслах этого слова актива. Это все к этому часу. Спасибо, что остаетесь с нами на канале InstaForex TV. До скорой встречи!